Конечно. Чтобы оно сразу из классики, персонажа, да, чтобы оно из такой вот непонятной классики, оно превратилось в какую-то вот реальную, увиденную какую-то. Да, соединись с сегодняшним. Понимаешь, не знаю, название, но это надо увидеть. Это надо увидеть. А где ты, кстати, это? А это Печатник. И что там? Они на втором этаже. Ты понимаешь, они на втором этаже. Ты смотришь снизу на них. Ракурс, ты понимаешь? И тогда сразу, да, мало ли что-то там. Нет, она может и пыталась ракурс, но он не получился. Вот, может быть, надо этим поработать. Тогда уже будет острота какая-то ситуация. Нет, в девушке там немного ракурс получился, что-то снизу. А да, в этом самом пилястре, или как он там называется, в этой колонии, она совершенно не получилась. Выстроить нужно, ведь снизу. Попробуй, хотя уже будет интереснее. А к низу прибавить пару старушек. Знаешь, такая вот длинная-длинная работа. Я не старушек имею обязательно в виду, как старушек. Ну, молодых, свежих людей, которые обсуждают, когда сносить домик-то, чтобы он не мешался. Время не терять, переходить уже. Где вы молитесь? Последнее, что сейчас? Что сейчас? Что ты говоришь сейчас? Я приходила специально в среду. Чтобы посмотреть композицию. Когда сейчас ты принесешь? Да, при чем тут рисунки живописи? У нас проблемы с композицией. Так. Кто следующий? Кто у нас? Девочки. Юля. Юля. Ну что, только два решили? Персональная выставка получается. Знаешь, я думаю, натюрморт все-таки мы не будем показывать, наверное. Хотя жалко. А мы его пока можем. Может быть, мы с композицией его покажем? Можем с композицией попробовать показать, потому что он очень хороший, очень красивый. Он добавляет сюда, причем где-то. Ну что, мы тогда оставим, может быть, все три, да? Давай мы уберем пока натюрморт, он ниже пойдет. Во всяком случае, мы его даже можем. За рисунки поставили, как композицию поставили. Так, а местами, ну, даже трудно себе. Ты сама возьму в серединку вот это, а не смотри, как.
зависит от того, что дальше пойдет у нас. А у нас и дальше есть, пойдет. Чего? А второго оно лучше. Давай, вот натюрморт туда тащи. Да. Ну, а тут три. А центрально вот сюда вот завернуть и рисунок композиции. Да сколько композиций? Композиции много, хорошие. Вот я и говорю, сделать на них. А это вот две вещи. Нет, я не могу. Ничего. Это все равно пятерочная работа, они будут точно конечные. Посмотри. Не одинаково. Причем рядом они выигрывают друг друга. Знаешь, мне, я не знаю, делал это что-то или нет, но это... Нет, ничего. Чуть-чуть есть выпуск. Я бы или вот сделала вот так черная, такая дырка. Значит, совсем так, мне кажется, совсем так. Половина этого. Когда будет тон немножечко светлее, и где-то остановиться. Понимаешь, да? Вот, очень да. Хорошо. А это у нас влезет? А, ну нет, она влезет. Да, мы закроем, Татьяна. Как всегда. Просто ну, натюрморт очень красивый. Пять работ. Да, смотрите. Что же нам делать такое? Вот требует в следующий раз развеску в зале. Следующего раза уже не будет? А, нет, будет у нас. В следующий раз будет тепло. Нет. Просто трагическая ситуация. Так, ты хоть не говори трагически, потому что люди же слушают. Нет, ну я в трагической ситуации, что они уходят, что на кого мы будем равняться. А, это да. Я в этом плане, как хорошенько. Мы можем повесить вот эту большую под ним натюрморт. Я так и хочу. А здесь композиция. Да. Они не влезут, они длинные. Давай ставим. Давай ставим. Твоя одна композиция. Давай как композиция. Попробуем посмотреть, как у нас это получится. То есть она, конечно, еще не дает, нужно делать. Натюрморт, а если это Лиза напишет, вот эту вещь. То есть уберет сзади фигуру. А что, собственно, мы... Я считаю, убрать новую, да. И поставить вещи. Две вещи поставить, натюрморт тоже вмещается. Да. Чего помешает? Пусть будет. Но... Эти покрасные все влезут. Нет, и так они и влезут. Да ничего страшного, а что такое, если он немножечко подвинется за счет этого? Но я не понимаю, почему нужно убирать этот натюрморт, который добавит ночку угла. А натюрморт будет поднимать. О. Они все вмещаются. И вот так вот он как раз. Ну и все. Как? Вообще не считаю, что это так должно висеть. Нет, ну сейчас я посвечу. Но тут еще. Вот эти все композиции, да? Да, есть. Нет, конечно, это надо все показать. Я думаю, что как вот. Вот эту даму лежащую можно сделать. Я очень аккуратно, поэтому что я могу. Мы аккуратно поставим. Девушка, она и есть, успокоен. Она и есть, понимаешь, вот ее тоже, вот она присутствует, и нормальный ход идет, как пятерку чистый. Сейчас мы в центре девушку, вот сейчас лобовой. Что делать, если Юля делает провокационные работы? Нет, она, мы же не убираем ее, нормально. Так, но ты эту голубую прям не хочешь. Нет, а почему? Мы ее и закончили. Дверь. А как у нас остальные здесь люди вообще поместятся? Вот у нас будет. Третий курс, у них маленький работает. Ну, на одну работу уже. Что не лучше? Не лучше. Положим вот по
остановлен, под ней будет композиция, да? Под ней еще одна композиция. А, натюрморт. И натюрморт. Натягивают работу. Это же... Я делаю эстетично. Ты представляешь, это вот на все... Делаются работы. Уже, можно сказать, все должно быть висеть. Так я же... Так, ребят, вы... Вот эти две, наверное? Да, мне кажется, да. А внизу? Вот она наверх пойдет. А вот это вниз и композицию, да? Можно так еще. Под этим. Темным. Неплохо. Да может быть еще, знаешь, как? Давай, ставим. Валерий, ты сама сейчас. Подожди, ну сейчас. Тут не извиняюсь, не рисунки, а единственная работа нашей беременной девушки. Да. Она пообещала закончить, а как она закончила? Идет сына за ней.
могу, а добрый день. А почему вы ничего не расставляете? Ира, вот сюда поставьте. Как обычно, да, поворачивайте все ваши работы. Все, что есть, надо двигать мольберт вообще. На мой взгляд, это уступает по рисунку, она будет подвечена, да? А эти две будут очень прилично. Академические прилично. Академические установки, причем они даже и больше. Я думаю, не показывать. Она и не лучше. А эти две цельно смогут спрашивать. И опять же, вот ты знаешь, прям говоришь. Они на думаешь, не будет блестеть, да? Ну, я ничего не думаю. Ир, если будут блестеть, надо будет лачком прокрыть. Да, а вы где нет? Ребята, дело в том, что если мы покроем лачком, то она вся будет сверкать. Так она видна пока. Давай мы посмотрим наверху. Нет, когда повесишь, значит, когда повесишь, если она вот так, как вот сейчас ведет себя, то ее нужно будет покрыть. А мне кажется, это все будет прекрасно видно и ничего не потребуется. Покрываешь лаком, все места, которые прожухли, становятся интенсивнее. Хорошо, ну мы посмотрим. Не видишь? Кто это говорил тебе? Это в школе говорил. Это полная глупость. Все эти тройники – это полная глупость. Во-первых, каждый вырабатывает свой способ. Вот, это верно, да. Но тройник – это не глупость. Я, например, пишу на одном учреждении. А потом все лаком покрываю. Да. Ты, причем люди, которые писали эти учебники, они не очень… Не практики. Они не практики. Естественно, но лак ни Ира в коем случае. Ира подрастет, и она все… Во-первых, лак, учти, что лак… на каком пропало? Нет, акрил-фисташ мы вообще только покрывной. Там на нем написано, акрил-фисташ только после того, как работа закончена. И проходит еще какое-то время. Подавали, мы записывали все это в разбавленном виде. Ты перепутала с Копаловым и с Домарным? С Домарным, и Домарным тоже. Акрил-фисташку это покрывной лак, ребята, вы что? На нем написано покрывной. Покрывной лак. Хорошо, что мы выяснили это до диплома. Нет, там просто черный, благодаря этому, просто черный лак. Не знаю, как это написать. Вообще, значит, запомни, что акрил-фисташку покрывает. Хочешь писать на тройнике, это твое дело, будет слюни. Извини меня, потому что масло, ну, очень долго, я не знаю, зачем это. Поэтому ты и возишь. Ну, естественно. Ты знаешь, Лиза, это для непрофессионалов. Я никогда не думала, что завтра. Да.
работы, у него большие работы, да. Он же тоже представляется, он же у нас тоже пятый курс. Вот эти подиумы. Смотри, какой шедевр, а? Да, работа хорошо. Очень хорошо. Вот это телефон. Он, собственно, готовит собаку. Люда. Люда. Кулакова. Люда Кулакова. Хорошая. А куда? Нет, так просто я Татьяна Григорьевна не застал, застал их. Такого редко видят, а тут такое что-то появляется. Такие черненькие маленькие. Тем более, у меня такой стимул, тем более. Громче, громче, громче. Я герой, я пришла в 10 часов. Вообще, как мы работаем на вечность? Не меньше, как на Эрмитаж, Лувр. Это такой просто. Ну что? Сапоги не очень хорошо. К нему. Ну, найдется. Нашу девочку из третьего курса? А, кстати, да. Ну, убьет же она. Никого не убьет. Она нормально тут будет смотреться, цель уже замечательная. Хорошо. Хорошо. Конечно, конечно. Вот отсутствие сочинения, это нормально. Попробуй, кстати. Где-нибудь среди дипломников сходили, да? Ну, да, он еще никого не есть. Да, 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 вы меня уже знаете.
Спасибо. Да. Сейчас можно ее закрыть. Ну, просто поставить, чтобы движение было. Значит, Паша, Женя не может.